Вот сегодня в соцсетях, когда я опубликовала видео, сказала то, что вот есть сторонники, сторонники придут и будут требовать справедливого отношения в отношении Матрейбова, сразу в интернете начали люди писать, что мы отрабатываем деньги. Извините, обратите внимание, кстати, это в соцсетях уже пишут. Вот в Карасу 2 года назад масштабный турнир был по волейболу. Вы видели, какие люди туда пришли? Вся кыргызская элита пришла. Вы видите их сегодня здесь? Их нету. Это они, прокормленные Матрейбовым. Это они всегда поддержку получали от него. Это не те молодые ребята, которые сегодня здесь выступают. Это неправильно, что нас обвиняют в том, что мы якобы что-то отрабатываем. Мы ничего не отрабатываем. Мы единственное отрабатываем. Мы только отрабатываем свою совесть. Только совесть.